милый котик, рыженький, нам повстречался на пути. А так мы забрели вот аллея Керн, очень красивое солнышко, все это в Пушкинских горах и Хайловское село. Солнышко, лето, воспоминания. И вот только я открыла архив и решила показать вам, как было здорово летом в Михайловском. Вот это вот двор Михайловского села, где жил отец нашего Пушкина Александра Сергеевича. Какие интересные сельские места, ворота деревянные, вход в деревню, усадьбу, домики деревянные, баньки, кухни и цветочки. Осики, пчелки. Красиво. Жужжит все. Домик Михайловская. Слушаем природу. Сад яблочный. Ну и главный вид – это мельница. Погодка уже захмурила, вечереет, но мельница стоит, деревянная, красивая, творческая. Ее только писать на холстах. Вот мы запомним, как выглядит наша мельница. Просторы, река Сороть. Вот издалека видно Михайловское село, усадьба. Вот такие просторы, большие, обширные, красивые. Приезжайте туда. И котик идет. Идет, да? Котя. Тикр. Тикр. И вот такая красивая даль. Это мы зашли в Михайловское. Сзади у нас усадьба. Домик. Это домик няни. А это именно дедушки Пушкина. И далее. Вечер в Пушкине. Утки вот домой пошли. Домик. Озеро. Это озеро находится за Святогорским монастырем. Здесь отдыхают, сидят на берегу монахи. И вот такой вечер. Где-то час 9 вечера. И закат. То есть вот вечерние лучи светят на дерево. Делается теплый зеленый цвет. И уточка. Уточка торопится к своим. Небо красивое. Синее. Голубое и теплое, вечернее, природа. Вот такая красота. Последний день. Дорожка. Вот и завершается наше путешествие. В Пушкинских горах, село Михайловское. Сейчас мы находимся в селе Гайки, называется. Потом переходит в Бугрово, а потом Михайловское. И вот последний день мы решили с утра выйти еще раз насладиться природой
погодой. Погода хорошая, такая не жаркая. Послушать птички, пчелки, покормить комаров, посмотреть даль на природу. Какая она красивая, какие травки интересные. Все пахнет. И тут и колокольчики, и чебрец. Ну вот здесь сейчас нет чебреца. Ну, вообще много интересного. Яблонька тут рядышком. А вот и наши любимые цветочки, фиолетовые наши чебрецочки. Ну вот, и прощаемся с Пушкинскими горами. До свидания, до новых встреч. Лето было прекрасное.